Рено объявила цены на Дастер второго поколения. В стартовой версии модель подорожала на 33 тысячи рублей. То есть теперь, чтобы стать обладателем кроссовера, придется отдать дилеру минимум 945 тысяч целковых. Базовая комплектация XS стала богаче, однако продолжает носить чисто завлекательный характер. Ведь пара подушек безопасности и антиблокировочная система без кондиционера и медиасистемы — это несерьезно. Остальные исполнения прибавили куда приличнее — от 43 до 96 тысяч. В итоге максимально упакованный вариант со 150-сильным турбомотором, полным приводом и вариатором облегчит кошелек аж на 1,5 миллиона. По случаю премьеры французская марка вдобавок выкатила приветственную версию Edition One, которой перепали расширители арок, боковые молдинги и черные колеса. И даже жаль, что всего этого не будет на обычных машинах. Тем более, что салон дополнительно украшен веселеньким оранжевым декором, а в список оборудования добавлены климат-контроль, обогрев руля, плюс датчики света и дождя. Обзавестись таким Дастером реально за 1 миллион 270 тысяч рублей. Как рассказали каналу «АвтоПлюс» дилеры, их уже атакуют толпы фанатов французского бюджетника. Однако старта живых продаж придется подождать до наступления марта. Хотя оставить онлайн-заявку можно прямо сейчас. С отставкой старого Дастера рынок, по идее, должен покинуть родственный ему Nissan Terrano. Однако, как сообщает авторевью, московский завод Рено все еще выпускает нынешние Terrano. Притом сборка будет продолжаться еще как минимум пару месяцев. У дилеров есть подтвержденные заказы на март и апрель. Не исключено, что ниссановский клон Дастера проживет даже дольше, ведь клиентов может привлечь сочетание 2-литрового атмосферника и классического автомата, которого лишился новый Рено. Однако дальнейшее будущее модели под большим вопросом. Готовить специально для нас новый Terrano не очень выгодно. В глобальном плане преемником этой машины стал недорогой паркетник Kicks. С другой стороны, бросать целый сегмент Nissan'у тоже не слишком приятно. Так что посмотрим, чем разрешится эта дилемма.